Вітаю в ефірі телеканалу Відкритий прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Перевірка на доступність. З якими проблемами стикаються люди з обмеженими можливостями у Дніпрі та які шляхи вирішення цих проблем? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі Відкритого, голова громадської організації Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра Ольга Волкова. Пані Ольга, я рада вітати вас у нашому прес-центрі. Перед тим як ми почнемо говорити про проблеми, про їх вирішення, хочу, щоб ви більш так детально розповіли про діяльність вашої громадської організації, про діяльність Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Чим ви займаєтесь? Ну, у нас достатньо великий спектр роботи. В основному ми намагаємося все-таки зробити соціалізацію людей з інвалідністю не тільки в плані якихось особенностей, то есть, ну, не как благотворительные фонды, то есть не решение проблемы одного человека. Хотя это тоже мы сейчас будем, открываем центр, выполнять, но также и решение в большой достаточно группы людей, так называемой маломобильной группы населения. И, к сожалению, у нас, слава Богу, вернее, у нас люди с инвалидностью, это люди не с обмеженными можливостями, а люди, у которых возможности безграничны, а их обмеживают это физические барьеры и социальные барьеры. Поэтому мы, основная наша деятельность направлена на инфраструктуру. Мы стараемся проверять все проекты. Раньше было с этим немножечко строже, сейчас, к сожалению, опять приходится добиваться, требовать, чтобы показывали все проекты, которые все, что производится, все, что делается в городе, все должно быть согласовано с людьми с инвалидностью, потому что сейчас официально есть распоряжение Кабинета министров, принята законодательная база, обязательно к исполнению ДБН, инклюзивность будивель и споруд, а никто не знает лучше нас, и, пожалуйста, мы живем по принципу «не делайте ничего для людей с инвалидностью без консультации людей с инвалидностью». Причем всех нозологий учитывать это еще на стадии проектирования, а потом мы еще как бы принимаем это все в эксплуатацию, потому что у нас иногда, ну вот уже сейчас, слава Богу, это все мы изменили, во всяком случае, в Днепропетровской области, и у нас уже и подрядчики, и проектанты знают, что будет все проверяться, и поэтому они согласовываются друг с другом, созваниваются с нами. И я горжусь тем, что Днепропетровская область сейчас одна из лучших. Ну, во всяком случае, не самая-самая лучшая, может быть, но в тройку лучших мы точно лидеров входим по доступности нового строительства и по именно соблюдению норм ДБН. До речі, от з приводу будівництва, коли ми зустрічалися з вами минулого разу, ви сказали, що на всі ось ці будівлі, новобудови, які будуються, виходите з рулеткою. Чи продовжуєте ви зараз так робити? Ну, ми вже перші в Україні виходимо вже не тільки з рулеткою, а спеціальним прибором, который четко показывает проценты в измерении в пандус угол, поэтому здесь, ну, уже рулетки мало, уже более профессионально все это делаем, потому что, ну, когда видят прибор, уже не возникает вопросов. Да нет, да у нас все правильно, да у нас высота, длина, то есть уже мы заставляем учитывать геологию, подрядчики четко там, проектанты, и, ну, в общем, мы уже выходим на профессиональный уровень, и я рада, что эксперты это тоже уже учитывают, экспертиза уже тоже у нас понимает, что мы можем оспаривать и профессионально уже подготавливать материалы, которые, ну, жалобы на несоответствие, аудиты, и поэтому относятся уже к своим экспертизам тоже очень осторожно, в соответствии с нормами ДБН.
Скажіть, будь ласка, з якими проблемами стикаються люди з інвалідністю щоденно, якщо говорити і про Дніпро, і от загалом? Ну, такие же, как и у всех. Дело в том, что у нас конвенция, он как бы подписана и ратифицирована, но не подписано достаточно много статей. Если у нас государство социальное, ну, вернее, у нас государство не социальное, скорее всего, но мы к этому стремимся, и социализация людей должна быть всех и прописана на законодательном уровне. То есть уровень жизни любых людей должен быть хотя бы, ну, приблизительно компенсирован государством старт, например, семей или людей с инвалидностью, позбавленных, ну, сирот. Это все должны компенсироваться хотя бы доступностью жилья, доступностью какой-то учебной и трудоустройства. Достаточно много проблем возникает, когда люди с инвалидностью, вот мы сейчас все это вплотную подходим, разбираем. У нас законодательная база, например, социальное жилье. Ющенко привез нормативы за границы, и получается, что законодательное жилье, там прописаны все были нормативы, в общем-то, под мигрантов. У нас, если, например, одинокой маме с ребенком, сироте выдается социальная квартира, то, извините, эта квартира, у нее должен быть доход минимальный по там, среднестатистическому по городу. И если у нее, не дай бог, на гривну этот доход выше, это каждый год проверяется, то она, да, обязана освободить эту квартиру. И, ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, ну, как бы может, для мигрантов, чтобы их стимулировать работать, зарабатывать больше денег, снимать жилье. Но если мы, например, социализируем таких людей, даем им более лучшую зарплату, то как можно тогда, значит, все деньги будут уходить у нее на съем жилья, она потеряет жилье свое социальное. И таких проблем достаточно много. У нас с 70-х годов законодательная база по трудоустройству людей с инвалидностью, ну и вообще как бы с трудоустройством все печально. И столько работы, которая как бы, ну, вот сейчас начала подниматься, эти все вопросы, начала проводиться. У нас в гериатрическом пансионате люди создают семьи, рожают детей, потом эти дети, получается, их необходимо забирать в интернаты, потому что они тоже не могут находиться в гериатрическом пансионате, но потому что гериатрический пансионат находятся люди, которые не могут сами за собой ухаживать. То есть они не могут ни работать, ни создавать как бы, ну, официально семьи, ни, ну, и их дети не могут находиться вместе с ними. И эта законодательная база до сих пор еще не рассмотрена, не поднимаются вопросы, не пересматриваются. То есть много, конечно, сдвинулось с места, уже звучит об этом все, но на самом деле вот проблемы так остались. Мы сейчас планируем круглый стол как раз вот по этим проблемам именно гериатрических пансионатов, по женщинам, которые попадают в такие сложные условия, и не только женщин с инвалидностью, потому что, ну, те же женщин, которые семейное насилие в семье, которая тема сейчас очень модная, как бы звучит, сделаны центры, где они могут пребывать, но куда они пойдут после этих центров с детьми? Ну, хорошо, когда ты без ребенка, ты еще можешь как-то там и комнату снять за небольшие деньги. А женщине с детьми, куда идти после этого центра, если у нее нет жилья, если там, ну, если даже у папы там нет, ну, вот сейчас, в данный момент я знаю женщину, у которой четверо детей, и она находится сейчас в этом центре. Ну, полгода она там пробудет. Вполне как бы достойная женщина, учитель. И куда ей дальше вот с четырьмя детьми, если там нет жилья? И прописка вообще как бы, ну, даже.
таких вот проблем достаточно большой ком, который сейчас мы стараемся решать, и слава богу, что это получается, как на уровне общественного совета, когда сейчас вот мы будем проводить круглые столы по частным и по частным домам престарелых и по центрам алконаркозависимых. То есть мне очень нравится, что город не уходит от проблем, город их решает. И область не уходит от проблем. И на уровне области у нас решается достаточно много таких вот именно проблем. Поэтому если люди сталкиваются с такими проблемами, то не бойтесь, начинайте обращаться, писать, поднимать эти вопросы, потому что ну, никто не узнает о проблемах, которые с вами случаются, если вы не будете обращаться. Точно так же вот сейчас по аптекам. Мы наконец-то встретились с управлением аптек областным. Оказывается, у нас они находятся на 6-м этаже. Я, конечно, с трудом дошла до них, потому что в медицинской академии, которая у нас получила статус национальной, лифты не работают. Вот мы этот вопрос тоже поднимаем сейчас. У нас все высшие учебные заведения имеют какие-то статусы национальные, еще какие-то, но у них нет доступных общежитий, у них нет доступных аудиторий. А там, где есть, казалось бы, лифты, которые не работают с начала их установки, то есть уже не одно десятилетие. И никто не думает, что ходят студенты и с маломобильной группой, то есть с какими-то часовыми розладами здоровья, даже если они все там молодые, красивые, спортивные, но даже с вывихом ноги, ну, получается, они уже с трудом могут посещать занятия или аудиторию, если они находятся на этажах, на которых нет лифтов, не ездят. Договорились мы с управлением аптек и планируем сейчас, уже собираем жалобы людей с инвалидностью на недоступность аптек и планируем неплановые проверки и разборки с лицензиями. Дякую вам за відповідь. Ви вже так торкнулися теми університетів, гуртожитків, і ми плавно переходимо до досить важливої частини нашої прес-конференції. Це інклюзивність навчальних закладів. У нас у Дніпрі дійсно дуже багато зараз шкіл, у яких навчаються дітки з аутизмом або з іншими психічними розладами. Але ми з вами говорили про те, що ці школи не завжди більшій своїй частині пристосовані для, ну, скажімо так, маломобільних дітей, які не можуть самостійно пересуватися. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у нашому місті, насправді, яким чином її можна покращити? Ну, у нас, слава Богу, інтернати, як би, зараз от вони підвисли в стадії такої, но, в всякому випадку, брали от ці спецшколи з санаторного типу. И это хорошо, потому что не должны дети учиться и, ну, в своей среде. Инклюзии в обществе никогда не будет, и принятия людей с инвалидностью или людей, например, маломобильной группы, то есть низкого роста, высокого, полных, худых, пока не будет деток в детских садах с инвалидностью и в школах, когда детки не научатся общаться, коммуницировать с такими детьми и не научат своих родителей понимать, что такой ребенок, он такой же, мне с ним интересно, он многое может, и поэтому только на этом уровне будет принятие обществом людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью перестанут прятаться, перестанут бояться выходить на улицы, будут более активны, потому что даже если сделав супер все уникально доступное,
Когда человек выйдет на улицу, и ну, я часто хожу со своими друзьями, и когда тыкают пальцем дети и обзывают калекой женщину на кресле колесном или же на скутере, которая передвигается, то ну, это недопустимо. И это происходит сейчас. Это не 2 года назад, не 3 года назад. Это сейчас происходит. И это же ну, люди, которые живут на этом массиве, их часто видят, и их все равно продолжают обзывать. Дети. Почему? Потому что на этом массиве из 4 или 5 школ одна всего более-менее доступная. А все... Дети, у которых есть какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата, учатся на дому. И это удобно. Удобно преподавателям, удобно родителям, удобно детям. То есть нет каких-то преодоления, нет каких-то обучений, ну, препятствий, коммуникаций. Удобно в первую очередь школам. Потому что им не надо ставить еще дополнительно титеров, социальной защиты. Вот только сейчас появились соцработники, родители, ну, я не знаю, я не понимаю вообще родителей тоже. Они боятся, с одной стороны, за своих детей, с другой стороны, я не знаю, ну, почему родители детей с инвалидностью не имеют права, так же, как и все родители, отвезти ребенка в школу и идти спокойно на работу. Почему мама или папа или оба привязаны к ребенку 24 часа в сутки? Понимаете? И все это... Опять же, ваша проблема, вы сами решайте или сдайте в интернат. Ну, то есть 2 варианта. Советские времена, ну, пора забывать о них, пора начинать думать о том, что ну, то, что закладывается в обществе, закладывается сейчас в школе, то, как поставит директор и учителя в классе обстановку принятия такого ребенка, ну, это будет дальше принятие вас в старости. Это будет дальше принятие вас не таких, например, красивых, молодых, звонких, стройных. Ну, это будет принятие общества. Дякую вам за відповідь. Хочеться спитати про зарубіжний досвід. Яка там ситуація, як із інклюзивною освітою, так і з інфраструктурою у містах? Розкажіть, будь ласка. Ви розумієте, я вижу, як іноді у нас... репостят фейк, как дом престарелых объединили с домом сирот, с домом ребенка там сирот в Канаде или в Америке или еще где-нибудь, то ну, я просто кричу, пишу, нет у них домов ребенка. Да, дома престарелых у них есть, но они там с достаточно развитым общением, и их пожилые люди, не приходя в дома престарелых, не приходят под унылый лозунг «сюда вы приехали подыхать», как раньше, например, наших ребят в гериатрическом пансионате встречали ребят, которых переводили с Чичерина, с детского интерната. То есть, ну, на дожитие. Не, опять же, не семьи, ну, если пожилые люди могут создавать семьи, могут по новой, ну, какие-то свои... чувства проявлять, а здесь получается, ну все, ты приехал сюда только вот дожить, сколько там тебе осталось. И, конечно, там достаточно к пожилым людям относятся с уважением, они имеют полное право на полноценную старость с достаточно большим количеством там всяких мероприятий. И им не надо, чтобы детки их развлекали или как-то скрашивали их старческие годы. А дети у них все, у них система опекунства хорошо развита. Все дети в приемных семьях.
К сожалению, у нас это вопрос очень недоработан. Сейчас стадия проработки, опять же. И очень печально, когда у нас те семьи, которые сохранились, которые воспитывают таких детей, не получают поддержку. Они не могут ни вызвать соцработника, чтобы заменил, вот только сейчас это начинает впроваживаться, чтобы подменил родителей. Что интересно, значит, для ну, обычных семей, где детки не с инвалидностью, там можно вызвать няню, а вот для деток с инвалидностью это, к сожалению, вот только сейчас впроваживается, опять же. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. На жаль, час її добіг кінця. Сьогодні говорили про те, з якими проблемами стикаються люди з інвалідністю та які шляхи вирішення цих проблем існують. Говорила разом з нашою гостею, голова громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан добра» Ольга Волкова. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.